Ыштышым сентябрь сагатир штоныш хижзышты фонз мин метр баржандан қажы беджі хохма. Мазал арышт саудыққа хатра шиттышты орышей альпинизмы федерации ыма управление альпинистских лагерей жағға клуб республика федерации ахошай. Қажы беджі хохмаш хижын у скайрингай орышей кубакы капхан. Мазал бахаштой альпинизмы баштай федерации мазал тұхығдма. Ахам хужы сафанды қолайт итиямы так чибаси шудону рухшнам ташарын. Ерышта архайынцы гаш дуней спортсмен тада пытайша дадай магай фылдыр. Олдайрго мазал араждіта ждахынс даш синадма. Балсвадыл шнышакан зышты салдар контролон пункты умыр бына тону зышты тархонганджіта саштарджіта медицинунама ирважынганан службаты мина варта. По трассе восхождения на Казбек, это в альпинистской категории трудностей. Вторая категория трудностей, соответственно, предпринимаются определенные усилия, чтобы обеспечить для спортсменов, которые будут там бежать, ну, они будут бежать именно как скайранеры, а не как альпинисты идти. Поэтому там принимаются определенные усилия для безопасности, и мы надеемся, что нам будет благоприятствовать погода в первую очередь, ну, а во вторую очередь, что это мы сможем обеспечить эту безопасность.